Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас с Международным днем йоги. Меня зовут Алена, и сегодня я проведу для вас занятие в стиле хот-йоги. Что это значит? Мы с вами сделаем последовательность базовой серии горячей йоги. Это занятие займет у нас примерно 45 минут. Настраивайтесь, присоединяйтесь, подключайтесь. Сегодня потрясающая энергия, которая во всем мире с огромным количеством практикующих усиливается с каждой минутой, медитациями и практиками. И чтобы в этом потоке вместе практиковать, присоединяйтесь обязательно к нам. Также сегодняшний день очень интересен тем и усиливает энергию того, что сегодня новолуние и день летнего солнцестояния. Сегодня у нас солнечное затмение, поэтому просто мощнейший энергетический день сегодня. Настраивайтесь на практику. Встаем в центре коврика. Прикрываем слегка глаза. Большой палец, большие пальцы и пятки плотно касаются. Почувствуйте свое заземление. Почувствуйте заземление с землей, со своим родом. Вытягиваясь макушкой вверх, живот придерживаем внутри. Глаза прикрыты. Дышим ровно и спокойно, создавая намерение на свое занятие. Вы можете посвятить это занятие лично себе, кому-то из своих близких. Вы можете посвятить это занятие всем живым существам на планете, либо на разрешение какой-то индивидуальной ситуации. Сегодня все работает на вас и для вас. Вдох и выдох, глубокий и медленный, плечи расслаблены, живот придерживаем внутри, основной вес на пятках. Спокойное, ровное дыхание, почувствуйте радость внутри, свет внутри. Это ваша практика сегодня. Открываем глаза и начинаем с пранаямы дыхания. Пранаяма дыхания разогревает тело изнутри наружу, готовит ко всему следующему занятию. Вдох будет через нос, выдох через широко раскрытый рот. Всегда с использованием гортани. Стопы вместе вытянулись и 10 пальцев в крепком замке вкладываем под подбородок. Приклеиваем руки к подбородку и на протяжении всей позы ваши руки уже не должны отрываться. Расслаблены плечи, сглотните слюну. Мы начинаем вдох. Голова идет вниз, локти вверх. Вытягиваемся максимально высоко, набирая полные легкие. И выдох. Ха! Через широко раскрытый рот выдыхаем весь отработанный воздух, соединяем вместе локти. Медленный вдох через нос, не сжимая ноздри, вытягиваемся вверх, расходятся ребра, живот внутри. И выдох, ха, шипящий, мягкий выдох, локти дальше от груди, локти касаются друг друга. Медленный вдох, голова идет вниз, локти вверх, живот втягиваем внутрь, полные легкие. И выдох. Ха, шипящий, мягкий, ребята, двигаются руки, двигается голова, позвоночник прямой, медленный вдох, тянем вдох, вытягиваясь вверх, набираем полные легкие и выдыхаем, 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 локти дальше от груди, локти вместе, медленный вдох, 1, 2, 3. 4, 5, 6, выдох, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
и вдох. Еще 5 раз осталось в этом подходе. Старайтесь как можно больше воздуха набрать в легкие. И выдох. Выдыхаем весь отработанный воздух. Чем больше вы выдохнете сейчас, тем больше сможете вдохнуть в следующий раз. Медленный вдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще вдох. Медленный, глубокий, как стакан с водой. Набираем снизу вверх полные легкие. И выдох. Выдыхаем весь отработанный воздух. Выдыхаем все-все-все до последней капельки. Медленный вдох. Осталось пару раз. Локти выше, выше, выше. Предплечьями стараемся зажать уши. И выдох. Выдох полностью до самого конца. Освобождаем легкие. Локти касаются друг друга. Вдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опускаем руки вниз. Можно немножечко снять напряжение с плеч, качнуться на стопах. Настраиваемся. Сейчас мы будем выполнять второй подход. Второй подход всегда более глубокий, он всегда более правильный. Помните, что дыхание – это самое важное. Дыхание вас настраивает, дыхание вас успокаивает, дыхание насыщает кровь кислородом. Сейчас у нас второй подход. Проверили свои стопы, большие пальчики, пятки касаются, заперты колени, то есть собираем свое тело снизу вверх, приводим тело в тонус, плечи опускаем вниз, 10 пальцев в замке, вкладываем под подбородок. Начинаем вдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Медленный вдох. Ребята, тяните вдох, не сжимая ноздри. Старайтесь максимально набрать легкие воздухом. И выдох. Шипящий, мягкий звук. Расслаблены плечи, а руки и локти параллельно полу. Вдох. Сильные ноги, сильные бедра. Вытягиваемся вверх к потолку. Полные легкие. И выдох, 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 выдох. Локти дальше от груди. Локти касаются друг друга. Медленный вдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вытягиваемся и выдыхаем. Выдыхаем, выдыхаем, выдыхаем. Плечи расслабляем. Локти дальше от груди соединяем вместе. Вдох. Не торопимся. Живот придерживаем внутри. Дыхание ребрами. Выше локти полные, легкие. И выдох. Ха. Шипящий, мягкий звук ха. Локти дальше от груди. Локти касаются. Вдох. Медленно вытягиваемся выше локти, предплечьями стараемся зажать себе уши полные легкие и выдох, стимулируем всю дыхательную мускулатуру, локти дальше от груди соединяем вместе, вдох еще 5 раз в этом подходе, локти выше, укрепляем мышцы на ребрах, еще вытягиваемся выше вверх и выдох, выдох. Выталкиваем весь отработанный воздух, локти касаются, вдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И выдох, голова назад, взгляд скользит назад, локти дальше от груди, локти вместе, вдох. Вытягиваемся выше, выше. Увеличиваем расстояние между ребрами, локти выше и выдыхаем, выдыхаем, выдыхаем. Разогреваем себя изнутри и наружу вдоль и поперек. Медленный вдох, еще 3 раза осталось.
Вытягиваемся выше, 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 полные легкие. И выдох, выдох, ха. Шипим, давим руками на подбородок, шея может слегка заболеть, локти касаются, вдох. Еще пару раз, вытягиваемся вверх, не забывайте про живот, живот придерживаем внутри, вес на пятках. Выдох, двигаются только руки, только голова, спина абсолютно прямая, локти касаются, вдох. Заключительный, самый глубокий, самый медленный, набираем полные легкие воздуха. И выдох. Все до последней капельки выдыхаем. Весь отработанный воздух. Локти дальше от груди. Локти вместе. Опускаем руки вниз. Здесь делаем вдох и выдох. И договариваемся с вами, что все остальное занятие мы будем дышать только через нос. Медленно и глубоко. Только носом. Стопы вместе. Разминка. Со вдохом поднимаем руки вверх над головой. Ардхачандрасана Падхасасана. Поза полумесяца. Сложите крепко замок, освободите указательные пальцы и перекрестите большие. Постарайтесь, чтобы руки касались вашего затылка. Вытягиваясь максимально вверх, оставляем на месте бедра. И начинаем покачиваться вправо и влево несколько раз. Старайтесь вытянуться со вдохом вверх, а с выдохом вниз почувствуйте, как у вас растягивается правый, левый бок. Удлиняем, растягиваемся и никуда не торопимся. Чувствуйте свою практику, чувствуйте свое тело. Отстраиваем позу, бедра чуть-чуть вперед, верхнюю часть тела больше назад, подбородок дальше от груди. Вытягиваемся со вдохом вверх и с выдохом плавно опускаемся в правую сторону. Вот теперь выталкиваем бедра влево. Старайтесь толкнуть бедра за пределы левой пятки. Тянитесь, старайтесь вытянуться в правую сторону, вправо и вверх, раскрывая грудную клетку, растягивая, удлиняя левую сторону, живот придерживаем внутри. Дышим еще медленно, глубоко, вес на пятках, 3, чуть-чуть раскрыли грудь, 2, и 1, поднимаемся наверх. Из талии вырастаем, вытягиваемся, вдох. И выдох в левую сторону, а бедра вправо. Амплитуда не должна быть глубокой и сильной. Здесь очень важно, чтобы вы прочувствовали, отстроили позу, почувствовали вытяжение с правой стороны. Чтобы поза выстроилась, нужно толкнуть правое бедро и левое плечо вперед. Выстраиваем на одну линию, сводим лопатки и стараемся опуститься чуть-чуть больше вниз. Вдох, поднимаемся наверх. Делаем здесь свободный вдох и выдох. Опрокидываем голову назад. Вы должны покрутить головой и почувствовать, что шея расслабилась полностью. А вот бедра и ноги должны быть напряжены, как каменные. Это безопасность вашего прогиба. Сжаты бедра, ноги сильные. Потянитесь вверх за руками со вдохом. И с выдохом уводим руки назад. К ушам за руками прогибаемся назад. Тянемся назад. Смотрим назад и дышим назад. Аккуратно возвращаемся. Сгибаем глубоко колени и за прямыми руками наклоняемся вперед. Опускаем 10 пальцев на коврик. И расслабляемся в этом положении. После разворота, да, такой с прогиба к наклону, давайте здесь проведем несколько секунд, чтобы вы почувствовали свою поясницу гибкой, мягкой. Повесьте голову. Головой да-да, нет-нет. Помните, что под тяжестью головы идет вытяжение позвоночника, в частности поясницы. Живот втянут внутрь. Не отрывая пяток, переминайтесь с ноги на ногу. Можно сделать любые удобные, комфортные для вас движения. Можно расслабить локти. Молодцы.
И теперь, втягивая живот внутрь, сгибаем колени и прижимаем живот к ногам. Уводим руки назад и захватываем свои пятки сзади, так, чтобы все 5 пальчиков держали вашу пятку. Стараемся локти спрятать за икроножными мышцами. Опустили голову вниз. И здесь мягкое движение. Со вдохом натягиваем пятки, с выдохом медленно толкаем назад колени. Живот на бедра, грудь на колени. Голова висит, лицо касается ног. Со вдохом натянули пятки вверх, выдох, медленно выталкиваем копчик к потолку, стараемся выпрямить колени. Еще натянули пятки, толкаем колени назад, живот втянут, медленно выталкиваем колени. Руки — это ваш рычаг. Плечи от ушей направляем вверх к потолку. Не торопитесь. И медленно возвращаемся, втянут живот. Точно так же, как вы заходили, выходим из этого положения. С выдохом опускаем руки вниз. Дышим ровно и спокойно. Вдох и выдох. Хорошо, готовимся ко второму подходу. Со вдохом поднимаем руки вверх над головой. Крепкий замок. Можно поменять захват у больших пальцев. Вытягиваемся со вдохом вверх, с выдохом плавно опускаемся вправо, а бедра влево. Живот придерживаем внутри, раскрываем грудную клетку, растягиваем всю левую сторону изнутри наружу, от костей до кожи, от пальцев рук до пальцев ног. Делаем вдох, поднимаемся вверх. Вытягиваемся со вдохом. И с выдохом аккуратно влево, а бедра вправо. Идет вытяжение правой стороны, приятное. Растягиваем правый бок, удлиняем правую сторону, выравниваем бедра, выравниваем плечи, дышим медленно и поднимаемся вверх. Здесь свободный вдох и выдох. Голову опрокидываем назад, глаза должны быть обязательно открыты. Бедра, ноги напряжены, как каменные. Потянитесь вверх за руками со вдохом. И с выдохом уводим руки назад к ушам. За руками прогибаемся назад. И медленно возвращаемся. Сгибаем колени и за прямыми руками с прямой спиной наклоняемся вперед. 10 пальцев на полотенце. Головой да-да, нет-нет. К этому моменту поясница уже достаточно разогрелась. Сгибаем колени, прижимаем живот к ногам. Захватываем свои пятки сзади. И со вдохом натягиваем пятки вверх, с выдохом медленно выталкиваем колени назад. Живот на бедра, грудь на колени. Идет вытяжение задней поверхности тела, колоссальное вытяжение задней поверхности бедер, плечи от ушей направьте вверх к потолку, перенесите вес немножко больше в пальцы. Натянули пятки, выдох, медленно толкнули назад колени. Хорошо. Вдох. Поднимаемся вверх. С выдохом опускаем руки вниз. Дыхание ровное, дыхание спокойное. Вдох и выдох. Начинаем разогревать ноги. Правой ногой делаем отшаг вправо. Проверяйте, между вашими пальчиками и пятками должно быть примерно одинаковое расстояние, 2 кулака, это 15 сантиметров. Руки параллельно полу, все 5 пальцев вместе,
Ладони направлены в пол, руки должны быть сильно напряжены. Да, то есть эти как ваши направляющие, которыми вы тянетесь вперед. Да, руки все время будут противодействовать вашей спине. Со вдохом живот убираем внутрь. С выдохом садимся на стул, так, чтобы ваши бедра были параллельно полу. Тянемся за руками, толкаем назад колени, живот втянут внутрь, грудную клетку раскрываем и без перерыва тянемся за руками вперед, стараясь сохранить расстояние между пальцами рук, коленями, пальцами ног и пятками. Одинаковое расстояние. Вдох. Поднимаемся наверх. Сразу вырастаем на высокие полупальцы. Стараемся держать вес между большим и вторым пальцами ног. И с выдохом сгибаются только колени. Мы поднимаем выше пятки, выше колени, прямая спина, так, чтобы затылок, плечи, бедра касались предполагаемой стены сзади вас. Вдох. Ставим стопы в пол. Слегка приподнимаем пятки, стягиваем колени и медленно опускаемся вниз. Медленно-медленно. Опускаемся до самого конца в полный присед, как на корточке. Протолкните чуть-чуть вперед колени, приподнимите бедра от пяток, если вы их коснулись. Ноги параллельно полу, руки параллельно вашим ногам. Спина должна быть прямой. Поднимаемся вверх. Один, два, три, четыре, пять. Исходное положение. Вдох и выдох. Ноги должны гореть. Мы продолжаем с вами разминку. И заключительной позой разминки будет поза Гарудасана, поза орла, поза, которая раскрывает суставы и готовит вас к дальнейшему занятию. Со вдохом поднимаем руки вверх над головой. И общий выдох, правую руку вниз. Постарайтесь скрутить руки как веревки, так, чтобы большие пальцы смотрели к лицу, а мизинцы смотрели от себя. Потяните вниз локти, потяните вниз плечи. Можете сделать замок, если ладошки ровненько не соединяются. И, втягивая внутрь живот, садимся вниз опять на знакомый нам стул. Поднимаем правую ногу и аккуратно закручиваем за левую. Стараемся создать максимальную компрессию, проталкивая колени вправо, локти влево. Выравниваем корпус, опускаем вниз плечи. Втягиваем живот внутрь и со вдохом поднимаемся наверх. Выдох, левая рука вниз, локти вниз, плечи вниз, живот внутрь, сели. И теперь сверху левая нога. Аккуратно закрутились, колени влево, а локти вправо. Старайтесь стопы, колени, локти и ладони выровнять на одну линию. Корпус подаем больше назад. Делаем вдох и поднимаемся наверх. Выдох. Здесь делаем свободный вдох, свободный выдох. Если вы хотите сделать перерыв на воду сейчас, вы можете немножко отвлечься и сделать несколько глотков воды. Мы приступаем сейчас после разминки, будем переходить в основную часть, и нас впереди ждет целая связка поз на баланс, концентрацию и равновесие. Поэтому попили водички, настроились. Помните, что сейчас самое важное во всех этих трех позах – это следить за опорным коленом. Оно должно быть абсолютно прямым. Если в этих трех позах ваше опорное колено будет хотя бы немножечко сгибаться, это говорит только о том, что поза пока еще не началась для вас и начнется тогда, когда вы полностью
выпрямите опорное колено. Угу. Левая нога опорная. Правое бедро параллельно полу. Втягивая внутрь живот, мы максимально наклоняемся вперед, чтобы захватить свою стопу в замок из 10 пальцев. 10 пальцев, ребят, не 8. 10 пальцев захватим. Найдите себе впереди точку неподвижную, примерно на уровне взгляда. Почувствуйте, как растягивается поясница. Для этого втяните внутрь живот. Почувствуйте упор в левой ноге, чтобы ваше колено было абсолютно прямым. И кто уверенно себя чувствует сейчас, сделайте вдох и с выдохом толкните правую пятку вперед. Нога должна быть четко параллельно полу, не выше и не ниже. Если ваши две ноги прямые, вы чувствуете себя уверенно, то с выдохом опускаем вниз локти. Зажимаем икроножную мышцу и остаемся здесь на 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Выход в обратном порядке. Здесь делаем вдох, выдох, переступаем на правую ногу, запираем колено, врастаем правой ногой в пол, левое бедро параллельно полу, живот внутри, вдох, и с выдохом захватываем свою левую стопу. В замке 10 пальцев, дыхание ровное, спокойная, глубокая и медленная. Если здесь вы стоите уверенно, делаем вдох поглубже и с выдохом выталкиваем левую пятку вперед. Нога четко параллельно полу, не выше, не ниже. С выдохом локти вниз. Зажали икроножную мышцу. Один, два, три, четыре и пять. Аккуратно выходим. Можно сделать небольшую компенсацию, поставить руки на поясницу и слегка протолкнуть бедра вперед. Остановитесь в центре. Сделайте спокойный вдох, спокойный выдох. Мы с вами продолжаем работать. И следующая наша поза также баланс, концентрация, равновесие. Поза, которая очень гармонично развивает все тело. И такая же гармоничная, в ней предполагается работа. 50 на 50 идет работа, тянуться и толкать. Правая рука, ладонь вверх, уводим руку вправо и захватываем свою лодыжку изнутри. Все 5 пальчиков вместе, колени вместе, вдох, левую руку наверх, вытягиваемся за левой рукой и на выдохе начинаем выталкивать правое колено назад. То есть правую ногу мы толкаем назад и вверх. Добавляя вытяжение вперед. Вот здесь вот идет работа 50 на 50. Тянемся и толкаем. 5, 4, 3, 2 и 1. Аккуратно ведем позу до конца. Возвращаем левую руку вниз, делаем вдох и выдох, левая рука ладонь вверх, руку влево, захват изнутри ладонью вверх, приводим вместе колени, правую руку наверх, здесь вдох и на выдохе уводим колено назад. Колено
всегда должно смотреть в пол. Ногу назад и вверх. Добавляю вытяжение вперед. Работаем с усилием 50 на 50. 5 секунд. 4 дышим. 3. 2. И 1. Выдох. Хорошо. Следующая поза. Третья. Она заключительная в силовой связке. Мы будем растягиваться 10 секунд. Итак. Стопы вместе. Со вдохом. Поднимаем руки вверх над головой. Туладандасана. Поза балансирующей палочки. Захват, как в начале нашего занятия. Правой ногой. Делаем большой шаг вперед, вытягиваемся и на выдохе опускаемся вниз, так чтобы все тело было четко параллельно полу. Растягиваемся в двух направлениях одновременно, тянемся за руками вперед, за ногой назад, левое бедро вниз, еще тянемся, тянемся, тянемся. Вдох. Отшаг назад. И теперь левая нога. Шаг вперед. Вдох, вытянулись. Две ноги прямые. С выдохом опускаемся вниз. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вверх. Выдох, опускаем руки вниз. Силовая связка подошла к концу, и мы с вами отлично разогрелись. Сейчас, чтобы растянуть всю заднюю поверхность тела, мы с вами выполним позу Дандаямана Виктактапада Пасчимоттанасана, глубокий наклон вперед с широко расставленными ногами. Со вдохом поднимаем руки вверх над головой и с выдохом делаем отшаг вправо. Шаг должен быть большой. Очень внимательно поставьте пальцы внутрь, пятки наружу. Заприте колени, слегка протолкните вперед бедра, прямая спина. И с выдохом мы наклоняем верхнюю часть тела от поясницы к полу. Прямая нога, прямые ноги, прямая спина. Идет захват за пятки. Если пока не получается у вас захватить за пятки, захватите то место, которое можете сегодня. Может быть, это снаружи стопы, может быть, это чуть выше. То есть захватите то место, которое сегодня доступно. Руки – это ваш рычаг. Вес перенесите чуть-чуть больше в пальчики, втянут живот. Со вдохом мы натягиваем пятки вверх. С выдохом сильными руками притягиваем лоб к коврику. То есть вытяжение идет от копчика до макушки, от копчика к пяткам. Вдох, натянули пятки, выдох, переносим вес больше в пальцы, стараемся тянуть лоб к полу. Вдох, натянули пятки, выдох, тянем лоб между широко расставленными ногами, между большими пальчиками ног. Заперты колени, квадрицепсы напряжены, плечи от ушей вверх. Вытяжение всей задней поверхности. От копчика до макушки, от копчика к пяткам. Вдох. Выныриваем также с прямой спиной, на прямых ногах. И собираемся в исходном положении. Выдох. Отлично. Еще вдох. Еще выдох. Надеюсь, вы себя так же прекрасно чувствуете, как и я. Энергия прямо наполняет меня. Отлично. Хорошо, мы с вами готовимся к следующей позе. И эта поза считается в серии бикрам-йоги
мастер позы. Она задействует все тело, весь организм, но все, конечно, будет зависеть от вашей работы. Со вдохом поднимаем руки вверх над головой. С выдохом делаем отшаг вправо. Шаг должен быть чуть-чуть больше, чем в предыдущей позе. Пальцы левой стопы внутрь. Правую на пятке разворачиваем наружу. Поза треугольника, триконасана. Позвоночник по центру. Подгибая слегка правое колено 2-3 раза, остаемся внизу. Очень важно, чтобы колено было над пяткой, бедро по возможности параллельно полу, позвоночник по центру. Здесь мы делаем вдох, разворачиваем ладони с выдохом, движение рук. Правый локоть четко напротив правого колена. Ни выше и ни ниже. Мы отталкиваем локтем колено, раскрывая тазовую кость. Пальцы располагаются между большим и вторым пальцами правой стопы, раскрывая грудную клетку вверх к потолку, тянемся за левой рукой вверх, за правой вниз. Руки растягивают вас в противоположных направлениях. Еще тянемся вверх, тянемся вниз. Делаем вдох, поднимаем сначала корпус, колено и меняем стоп. Слегка подпружиниваем на левой ноге. Остаемся в этом положении. Вдох ладони, выдох движение двух рук. Левый локоть четко напротив левого колена. Оттолкнули локтем колено. Развернули грудную клетку, как при скрутке позвоночника. Тянемся вверх и вниз. Грудная клетка раскрыта к потолку. От правого плеча до правой пятки красивая диагональная линия. Тянемся вверх и тянемся вниз. Молодцы. Вдох. Корпус. Колено. И собираем руки и ноги в исходном положении. Дыхание ровное. И спокойно делаем вдох и делаем выдох. В следующей позе у нас будет сжато горло. Это совсем не означает, что мы должны задержать дыхание. Нет. Это говорит только о том, что это дыхание будет называться 20-80. При входе в позу мы полноценно вдыхаем на 100%. Выдыхаем уже только на 20. И во время выполнения позы, когда у вас сжато горло, мы дышим дыханием на 20% под вдохи небольшие. Вдох-выдох, вдох-выдох. Попробуйте. Это очень хорошо стимулирует щитовидную, паращитовидную железу и стимулирует все основные железы в нашем организме. Эндокринную систему. Вдох. Поднимаем руки вверх над головой. Крест-накрест большие пальцы. Делаем шаг вправо. Шаг должен быть в пределах метра. Пальцы приподняли на пятках, разворачиваемся вправо. И левое бедро доворачиваем вперед. Угу. Выравниваем бедра. Здесь делаем полноценный глубокий вдох. И на выдохе ныряем вниз, позвоночник округляется, подбородок на грудь. Пробрасывая руки вперед, мы ставим лоб на колено. Если вам пока не удается поставить лоб на колено, просто согните колено навстречу лбу и работайте лбом, толкая лбом колено назад. Дышим. 5, 4, 3, 2 и 1. Вдох. Медленно раскручиваемся. Медленно позвонок за позвонком. Через центр разворачиваемся влево, доворачиваем правое бедро вперед. Делаем вдох здесь. И на выдохе живот внутрь, подбородок на грудь, круглая спина. Нырнули вперед, пробросили руки за стопу и поставили лоб на колено. Дыхание. Небольшими подвдохами, нормальные. 1, 2, 3, 4,
И пять. Вдох. На прямых ногах медленно. Оттянутой спинкой поднимаемся вверх. Разворачиваемся в центр. И опускаем вниз руки. Дыхание ровное, дыхание спокойное. Следующая поза. Поза дерева. Тадасана. Поза, которая так же, как и треугольник, раскрывает и работает с тазобедренными и коленными суставами. И давайте с вами заранее на берегу договоримся. Никакой боли и дискомфорта вы не должны испытывать. Да, поэтому старайтесь не допускать таких ощущений, наблюдайте за своей практикой и делайте только то, что сегодня для вас доступно. Левая нога опорная, подтягивая правое колено к плечу, ставим правую стопу на центр левого бедра. Придерживая ногу с внешней стороны, вытягивая корпус, даем колену уйти вниз. Собираем руки. Правая и левая. Если у вас соскальзывает нога, ничего страшного, вы левой рукой можете придерживать ногу. Вытягиваемся здесь вверх макушкой. Микродвижениями работаем коленом, тянем колено вниз и слегка отводим его назад. С регулярной практикой ваши колени должны выровняться на одну линию. Живот втянут, плечи расслаблены, ладонь слегка давит в ладонь. Хорошо. Теперь мы довернули колено вновь в центр, чтобы не повредить, и опускаем ногу вниз. Меняем ногу, левая нога, все то же самое, колено подтянули, стопу захватили и поставили пятку на центр правого бедра. Придерживая ногу, выпрямляем корпус и опускаем вниз колено. Левая рука в центре, правая рука в центре. Вытягиваемся вверх макушкой, расслабляем плечи, поза дерева. Представьте, что вы опорной ногой врастаете, как дерево, корнями в землю. А макушкой стараемся к солнышку тянуться. Идет вытяжение, плечи расслаблены, дыхание ровное, дыхание спокойное. Опускаем руки, сначала опускаем вниз ногу и опускаемся вниз на колени. Закончим наше занятие с вами сегодня тоже дыханием, как и начинали. Это дыхание будет капалабхати через рот. Сейчас можно расслабить живот, да, все занятие я вам говорила, живот придерживаем внутри, живот внутри. Сейчас у нас прямая спина, руки перед собой, расслаблены плечи и расслаблены мышцы живота. Что мы будем делать? Мы будем активно, амплитудно выдыхать ртом. Вот так, как будто вы подбрасываете внутрь живот, да, то есть доочищаем организм этим дыханием. Он будет менее амплитудным и более быстрым.
наклонитесь вперед, опустите лоб на пол, уведите назад руки и прикройте глаза. Поза ребенка. Поблагодарите себя и свое тело за проделанную работу. Благодарите своих учителей, ситуации, опыт, который приходит в вашу жизнь. Можно поперекатывать лоб от виска к виску с благодарностью. Со вдохом любовь, с выдохом благодарность. Со следующим вдохом поднимаемся наверх. Мы с вами прекрасно провели время, мы с вами прекрасно позанимались. Я благодарю каждого из вас, присутствующих в эфире, за нашу совместную практику. А сейчас я рекомендую вам остаться в положении шавасаны, лечь на спину, закрыть глаза и остаться еще на 3-5 минут в полном спокойствии, в полном расслаблении, для того, чтобы вы могли получить максимальный оздоровительный эффект от проделанной вами работы. Я с вами прощаюсь, благодарю вас еще раз и, конечно же, поздравляю вас с Международным днем йоги, благодарю Мираю Центр, Мираю за то, что дали мне такую возможность прекрасную поучаствовать и поделиться с вами своим опытом. И, ребята, до новых встреч. Всего вам доброго!